Готовится к премьере нового спектакля «Я реальный». Это постановка по мотивам повести Достоевского «Двойник», только на современный лад. Действие спектакля перенесено в наши дни, где социальные сети – среда, в которой живут и работают герои. В соцсетях персонажи часто представляются не реальными людьми, а вымышленными двойниками, приукрашенными фантазиями создателей аккаунтов. Главный герой – молодой человек, мечтающий, как и Галяткин Достоевского, любой ценой добиться успеха и высокой внешней оценки путем создания двойника, только виртуального. А сложность была в том, чтобы найти моменты, которые связаны с... Мой персонаж очень неговорливый, то есть в нем нет каких-то особо сильных, ярких проявлений. И найти вот эти моменты, когда от внутреннего к внешнему, вот эти проявления внешние, вот это было, наверное, самое сложное. Уникальный проект, это грант президента Российской Федерации как одного социально значимого и общероссийского какого-то значения. Вот, дается такое вот. Поэтому я был счастлив его получить в свое время и буду очень рад, если то, что мы сделаем, будет отвечать вот каким-то важным, нужным темам